раз, два, три, выходишь. Давай. Ты ничего, все нормально? Между ног в колу, аккуратно открыл крышку и насыпал соды. Что, снимаешь, что ли? Ну да. Ирина, быстрее, смотри, тащи! Enemy, like you want my man. What the fuck? Да иди отсюда, в машину достал, придурок!
Им бы бабу. Блин, да где ты есть? 10 минут тебя уже жду. Ты еще кто? Здорово, братан. Здорово. Ты, Иванечка, интересует? 1000 рублей. Нет, спасибо. Такой, нет, спасибо, спасибо. Нет, ты можешь восьмерочку. Да 3000 нет, рублей. Нет, интересно, посмотри. Давай. Нет. Да нет, спасибо, все есть. Стой, свидание для тебя. 10-й, 10 тысяч рублей. А? 10 тысяч? Да, всего, 10-й. Новый. Прикинь, моя жена точно такой же. Один в один прям. Что, прям такой же? Прям вообще, даже те же царапины. Втроенчик, а? Да что делать? Ну пошла, иди отсюда, давай, выгадай тебя тут с машиной, нормальная. Вообще нормальный? Ирин, а? На, попробуй быстренько. Чё это? Да не знаю, что-то под унитазом капало. Ты чё, охренел? Ты чё сделал? Смотри, нормально. Кто там? Грабители, нам нужно 100 килограмм золота. А 105 не надо? Ну давайте 105. Ксюшенька, золотце, вставай, за тобой пришли. Слушай, Ирин, а чем от тебя так вкусно пахнет? Духами, которые ты мне вчера подарил. Так я ж тебе не дарил ничего. Дарил. Посмотри в кошельке. Мальчик, вот кем ты хочешь быть? Придурком. А почему придурком? Да потому что все говорят, посмотри, какая тачка у этого придурка. Слушай, я зарабатываю столько, что...
что могу содержать двух таких женщин, как ты. Хорошо, тогда с нами будет жить моя мама. Дорогой, у меня сломалась машина. Сильно? Пополам. Дурацкую школу. Опять Петров будет обзываться, Сидоров из рогатки стрелять, а этот Иванов вообще уроки сорвет. Перестань ныть и собирайся давай быстро. В конце концов, ты ж директор школы. Здравствуйте. Куда вам? А я не хочу куда вам. Я говорю, куда вам надо? Ну, раз надо, поехали. Сынок, принеси ко мне 5 тарелочек из кухни. А зачем, мам? Мне нужно очень серьезно поговорить с твоим папочкой. Ты что, бухаешь, что ли? Да бухаю, не помогает. Доктор, я не пью, не курю, за женщинами не бегаю. Я правильно живу? Правильно, Денис, но зря. Сынок, ты как поросенок, весь заморался. Ты хоть знаешь, кто такой поросенок? Да знаю, мама. Поросенок – это сын свиньи. Денис, я опять не сдала на права. Ну что опять-то завалила? Теорию, практику? Нет, инспектора, дерево и 2 бомжей. Дорогая, а ты мой пиджак почистила? Да, дорогой. А брюки? Разумеется, дорогой. А ботинки? А у тебя и там карманы есть? Скажите, почему мне нельзя жениться на вашей дочери? Ведь я не пью, не курю, не ругаюсь матом, не играю в азартные игры, хорошо зарабатываю. Я не хочу, чтобы мне каждый раз ставили тебя в пример. Ирин, ты мои ключи от машины не видела? На выходе у шлепок. В смысле у шлепок? Ну, на выходе у шлепок. Подожди, то есть, если я потерял ключи, я ушлёпал?
Ты потерял ключи. Ты мать растеряешь. Ну да. Где ключи мои? На выходе у шлепок. Сама ты на выходе у шлепок. Ключи мои где? Я говорю, не могу найти. Ну там, у шлепок. У шлепок. Милая, а чем от тебя так вкусно пахнет? Духами, которые ты мне вчера подарил. Так я ж тебе не дарил ничего. Дарил, посмотри в кошельке. Сестра, а давай купим вон ту девушку. Ты что, брат, людей нельзя покупать. Странно, а мы с папой покупали. Короче, ребят, вот лучшее средство от простуды и всех болезней. Это лимон, это мед, это вода. Пьешь его, все, больше не болеешь. И обязательно заесть бургером, обязательно. Но, больше не болеешь. Еще крылышки с Бургер Кинга съедаешь. Картоху чуть-чуть. Но, и запил, все. Ты здоров, больше не болеешь. Все, пользуйтесь, ребят, и будьте здоровы. Кот не даст соврать, вот.